Ось друзяки наші приїхали. Ну, вони собі тут набивають татухи. Ленинград просто жжет. А ви вирішили діяти в Дніпро? Потому что мы байкеры. От подписчиков привет, лайки. Что там еще? Лайки, подписки, колокольчик. Спасибо. Это только по Влату может быть так. Всем привет, вы на канале Мотолайф, я Комбат. И сегодня мы в Черкасах, и у нас мотослет «Дорога на Сич». Сейчас мы идем на регистрацию, очередь вы видите уже какая. Ну, сейчас... Регистрируемся, пойдемте. Добрый день. Добрый день. Что почем? 550. 550. Мальчики, на девочки, сколько? 350. 350. Вот зашли, в принципе, народа уже так достаточно. Если вы видите, мотоки стоят, палаток немерено. Ну, как бы сегодня первый день, я думаю, что баяны рвать уже будут завтра. Но сегодня я вам такой лайтовой версии покажу. Первый день, кто приехал и что здесь будет. Кто нас пустил? Да. Кто, не снимаешь хоть? Привет. Снимаю, конечно. Привет. 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 Все, грязи кухол, они вообще вездесущие. Ну вообще лакшери, лакшери. Короче, сделали массаж, постригли, там маникюр, педикюр, тут одели. Вот тут еще, тут вообще такие это игрушки для взрослых. Блин, вообще продумано, все, все есть. Какие-то бои без правил еще. Добрый. Візьмем. Розповідайте, як ви доїхали, що там? О, їхали до Золотоноші, їхали обалденно. Після Золотоноші ми їхали помало. Чого? Там нормальна дорога. Да. Я сьогодні їхав. Дорога. Ні, ну, звісно, на Западній там взагалі дороги пісня. Да. То ви баловані просто. Ми баловані, але ми хочемо, щоб ви були такі самі баловані. Ми хочемо в Дніпро приїхати по нормальній, класній дорозі. Та як ми хочемо, це, да. Це просто. А щось там зробили вже допомагали? Ні черта не роблять. Капець. Як ми будемо до вас їхати того року? Отож, будете отак і їхати. Посмотрели потихонечку. Сейчас, наверное, возьмем, покушаем. И через полчасика начнется концертная программа. С нами организатор «Дорога на Сич» Юра Ковбой. Привет! Привет! Расскажи нам, что сегодня будет у нас на слете и что ты ожидаешь от гостей? Пока все добре, люди їдуть, людей багато, в принципі, навіть більше, ніж розраховували на сьогодні, на даний час. Ось друзяки наші приїхали, ну, майже всі, кого очікували, всі тут. Зараз почалась концертна програма, сьогодні буде драйвовий такий лайтовий рокешник, а завтра вже буде потяжеліє. Ось, так підгадали програмку, і реслери будуть, і завтра, і джимхани, і волинщики, ну, постарались насидить по максимуму. То, що я вам сказав, що баяни будемо рвати завтра, а сьогодні подготовительне. Ну, кстати, хочу вам сказати, що локації поміняли. Мені дуже подобалось, як зробили. От це з сеном придумали, класно. Ну, сльот розвивається і розвивається в нужному векторі. Тому, якщо вас здесь ще немає, то у вас ще буде можливість сюди приїхати. Ну і дякуючи вам, гостям, це все відбувається. Тож ждемо всіх на дорозі на Січ. Далі смотримо. З
приехалом? Приехалом. День приезда. Пятница, развратница, и уже большинство уже здесь. Ну, не знаю, как развратница. Ну, там посмотрим. Да. Ну, уже темнеет. Сейчас на сцене у нас группа «Король и Шут». Движуха потихонечку приобретает такой пикантный, скажу так, характер. Зажигательно хочу вам сказать. А тут нас крезики пригласили куда? На наше сало. На сало? На сало. На сало. Новоцерківське сало. Ідемо на сало. Йдем. Добрий вечір хліборобам. Добрий вечір. Хвала Руси, пане господарю, радуйся. Ви що, ви набухали? Блін, ну ви поняли, блін, хто любив нашу країну? Полтава, Київ, ну і Дніпро. А ось ми піймали Rolling Butterfly Інна, яка розмовляє суто українською мовою. Скажи нам, що-небудь таке. Кажу вам, що-небудь. Що-небудь таке гарне. Наприклад. Що ми сюди приїхали і що ми від чого очікуємо? Так, ми сюди приїхали в ювілейний для мене 10-й раз. Я на цьому сльоті. 10-й? Я 10-й раз на цьому сльоті. Хоча сльоту 8 років, я 10-й, тому що я ще була кілька разів в Кіровограді, коли був сльот. І я собі на ювілейний 10-й раз влаштувала весілля. А от і малиш підкатив, поки він нічого не пив із мінералки. Он может нам сказать теперь то, что думает обо всех. Скажу два слова. Кидайте, переходите на ЗОЖ. Смотрите, какой упитанный молодой человек. Водку не пью, шампанское не пью, пиво не пью. Пацаны, наливайте! Тил и Шнур, Андрюха, как доехали? Привет, комбат, отлично доехали. Еле выехали с этого города, блин, смывались, так ждали эту... А с какого города вы ехали? Там вообще-то с Киева, здесь рядышком 200 километров. Но так ждали этой встречи, этого фестиваля, нашего любимого. Тебя увидеть мечтали. Я рад. И наконец-то мне Андрюха встретил... Трезвого. С самого приезда и трезвого. Да. Спасибо тебе, вот так и продолжай. Крэйзи Хохас, гип-гип! Ура! Гип-гип! Ура! Откуда вы? Лубны. Лубны? Серегу вы видели на каком фестивале? Сила нас. Он даже не помнит, где он был. Сила... Сюда. Да, сила нации. Он прятал свой мотоцикл в палатку. После этого видео он бросил пить. Поэтому я, как Кашпировский, делаю установку. Кто смотрит это видео, бросит пить. Немедленно. Прямо сейчас. Ночная жизнь, она такая. Надо рогоносить. Откуда вы? Черкас. В Черкас люди, но они себе здесь набивают татухи. Именно да. На байк-слете это круто. Это совершенно другое ощущение. И... Это запомнится на всю жизнь.
где ты сделал, кто сделал, это очень важно. Потому что вы будете помнить это всю жизнь. Потому что как называется твоя татуха? Дорога на Січ. Это сльот, а татуха «Скажене сонечко» на українській мові. «Скажене сонечко». Права есть или чисто так посидеть? Есть. Есть? Я на своем приехала. Да ладно. Да, а что на чужой села? Да, следующая движуха идет. У нас трибьют Ленинграда. Переехал, не помню. Здесь старушка Юлька поет. Наверное, она была бухой. Ленинград просто жжет. Смеюсь, напьюсь, если пьёво, жрать будет нечего. Женюсь, друзья мне пишут, как ты тут, а я нормально, супер гуд. Супер, супер, супер гуд. 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 Я нормально, супер гуд. Поэтому не переключаемся. Второй день буквально через пару секунд. Второй день мотофестиваля «Дорога на Січ». Началась с мотоколонны. И все приехали сейчас на пляж, где будет основная туса. Вот вы видите фура байкеров, знаменитая. И сейчас все выгружаются, и все идем на пляж, где будет вся тусня. Поехали! Аплодисменты помогаем. Кирилл, иди на звуки. Постой, пожалуйста. Я все буду контролировать. Так, пошли. Так. Три подвали! Иваныч, не мешай, девчонки, давайте!
Что может нормальный человек за сидр сделать, а? Смотри, закапывается по колено, по колено, по колено. Еще немножко. Слушайте, ну они как-то не толкают, туда сюда. Девочки, давайте, встали, о, встали и пошли. Были работать девушка в кепочке, а? Сидя тихонечко, такая, хоп, хоп, под себя. Да, с собой, да, не срывали, да, я. Титаны! 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 Пока нам по центру! Давай, 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 давай! А вы видите, вот такие пляжные игры для байкеров. А мы сейчас едем готовиться и уже будем на основной базе мотофестиваль «Дорога на Сич». Оставайтесь с нами. Ну что, мы уже здесь на базе. Кто еще не знает, это мотофест «Дорога на Сич». Прошел только что дождь. Немножко намочил и разогнал немножко людей по всяким грибкам. Но сейчас все вылазят и начинают отдыхать. Сейчас смотрим, что здесь будет происходить. Потихоньку собираемся. Каждый год пообещали собираемся выдавать за дальнобой. Да, у нас отдельный приз за дальнобой. Кто на данный момент зарегистрирован? Только собрался пойти по палаточкам познакомиться, кто приехал, и опять ливанул дождь. Блин. Ну, сидим, отдыхаем, но все равно нас дождь не испугает, потому что мы байкеры. Дождик опять закончился, и жизнь продолжается. Это только по Влату может быть такое. Дурных нема, все поженились. Да? Да. Я так и знал. Как повлиял дождь на ваше времяпровождение? Никак. Коротко и лаконично. Ну, в палатках практически никого нет, понятно, дождь, и сидеть там вообще не в кайф. Все под навесами, сейчас дождь закончился, и уже все подтягиваются на сцену. Что я хочу сказать? Настоящий байкер всегда с собой в кофре возит дождевик. Если не в дороге он понадобится, то обязательно его нужно иметь и на слете. Запишите там себе, кто новенький. Добрий день. Добрий. Ви звідки? Прилуки. 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 Що там, дощик не сильно вас подмочив? Ні, взагалі. Нормально все? Трошки намочив, але в удовольстві, так. Да. Як нас може намочити дощ? Нема ніякого. Ніякого дощу не було, так? Да? Дуже гарно. Красавчики.
Так, а у нас тут какой-то клуб обосновался так по-серьезному. Добрый день. Добрый. Звідки? Чернігов. Чернігов. Як клуб називається? Агарда. Агарда. Красавчики. Привет. Симона Махастер. Есть? Есть, конечно. Что, дождь не сильно подмочил? Вообще не я. Нормально все. Вы под вот этим шатром же, да? Да. В Лиде? Да. Ну так вы вообще, блин, как короли живете здесь. Ну все, доброе. Огонь. Идем дальше. Добрый день. Добрый. Ну, вчера уже. Вы звідки? З Волині. З Волині? Так. О, вообще красавчик. Волинь, Порева. Сейчас я ближе. З Луцької області. З Луцької області. Красавчики. Ми вас любимо, поважаємо, бачимо, дивимося, я вам кажу. Да? Ви самі лучші. Дякую. Самі лучші. Дякую. Ось тут у нас так багато мотоциклів. Добрий день. Добрий вечір. Звідки ви? З Києва. З Києва. Добрий день. Звідки? Хто откуда? Кажіть, хто откуда? Вообще отсюда. Да говори, люди не видят. А, люди не видят? Да. А, вообще из Донецка, но сейчас из Киева. Донецк-Киев, Донецк, правильно? Киев, да. Черкасы. 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 Что готовим на этом прекрасном мангале огромном? Рыба в фольге с специальным соусом. Специальным соусом. Божественным, специальным божественным соусом. Насколько он божественный, мы зайдем, наверное, позже и хорошо, все продегустируем. Обязательно. Днепр ждем, ждем видео. От подписчиков привет, лайки. Что там еще? Подписки, лицензия, колокольчик. Обязательно. Спасибо. Добрый день. Здравствуйте. Вы тоже теж с Канева? Ні, з Кропивницького. А ми до вас приїдемо через 2 неділі. Окей, чекаємо. Да? Ви будете? Кропифейс, да, все таке. Да. Добрий вечір. Ви звідки? Житомир. Житомир. Як доїхали? Хорошо. Хорошо. От це правильно. Лучше всіх. Ні. Плохо. Плохо? Що случилось? Дорога херова. Та ладно. Житомир по какой трассе ехали? Понятно, через Приязну. С Житомира до Киева четко. Ага. С Киева до Борисполя четко. А дальше пиздец. Да? На Переяславе дороги нет. Ну я так понял, что по-другому не скажешь даже, да? Добрый вечер. Добрый вечер. Звідки ви? В основном Полтавщина. Полтава. Корол, Лобина. Сборная. Сборная Полтавщина. Сборная. Кременчук. Кременчук. Так что... Ну все, как раз мы все с одного района где-то приблизительно. Плюс-минус, да. Тут Днепра рукой нам. Да, да. Буквально 2 песни в Днепре. Только вам получше дорога ехать, наверное, сюда. И ну все равно, а вы все равно через Кременчук ехали, да? Или вы через Киев? Мы же сборная. Я ехал с Киева. С Харова. Ну, с Харова, значит, через Киев, да? Не, там... А как? Проселочными, но новыми дорогами. Что, расскажи нам, что ты приготовил? Шашлычок из Сома. Да вы что? Шашлычки из Валеры. Попросим ответа. Поймали. Нормальные что, байкеры что, пошли что, на рыбалку утром, словили сома и делают классный шашлык. Красавчики. Приятно. У нас он... А вы ухуели уже? Нет, давай сейчас старел. Мы ухуели давно. Все ухуели, ухуели, да? Добрий день. Андрію, щоб ні за що не зацепився. Мотолайф. Хочу мотолайф. Хочу мотолайф. Я думав, ти зараз скажеш, я хочу від тебе дитину, блядь. Ні, мене двоє. Мене двоє. Дякую. Звідки ви? Усі, у вас таке багаття красиве. Звідки? Село Кобища, Чернівська область. Усі? Ні. Всі від усіх. Всі від усіх. Кагарлик. Ну називайте. Кагарлик. Київ, Бориспіль, Кагарлик. Що ще? Ржищів. Черкас. Ну Черкас, це понятно. Тут пішком. А, Сміла. Що там? Ставимо лайки, привіт подписчикам, да? Да, да, можете прийти. Ваш подписчик. Спасибо. Спілкування. Да, а сам прикол в тому, що говорю, треба Андрія, говорю, знайти, тому що мотолайф. Добре. Тому це прикол. Справжній вітчизняний. Так, дякую. Добре. Якщо всі повзають, то що?
то або разом з ними повзаєш, або десь там вийди собі. Або через 2 метри теж повзаєш. Далеко не втечеш. Так. Все, удачі вам всім, спасибо. Слушайте, вот это иду, а палатки вообще не кончаются. В этом году палаточный городок вообще огромный. Вот в том году здесь максимум 2 ряда было, а вот если посмотрите, здесь уже все. Все в палатках. Людей очень много это радует. Люди начали понимать, на какие слеты надо ездить уже. Причем в обязательном порядке. Ну а сейчас мы уже идем, наверное, к сцене и будем смотреть концертную программу. А сегодня концертная программа очень насыщенная. Ютубер снимает ютубера. Не ютубер. Ты не ютубер. Вот ютубер. Это Плед, наш одногруппник. Одногруппник. Одноклассник. Да. И одноклубник. Да. Все в одном. Да. Расскажи нам, все как все проходит. Три в одном, только Head and Shoulders. Жалко, что дождь пошел. Жалко, и не взяли Head and Shoulders. А так бы еще голову помыли. Head and Shoulders есть. И встречаем мы нашего дорогого друга Шендрика. Вони без очків мене не узнають. Не узнають. Тільки в мене очки зараз гламурні. Це о, тебе нові якісь вже, так? Це підтрак під вилку, да. Приїжджайте, кстати, на День прапора до нас в Городище 20-23 серпня. Буду радий всіх бачити. Програма, як обично, дуже гарна програма, тут, в принципі. Там торт великий від українського прапора. Так що чекаємо всіх. Ми раз були у Шендріка, відео є на каналі. Подивіться, там дуже душевно. Там ще у них був, що у вас там таке, полум'я було 15 метрів до вишки. Да. Оце буде, було дуже гарно, ми там усі грілись. Так що в цьому році я теж прийду. Дякую. Я пригласив вас, аби передавати далі, друге. Добре, все. Мне напоминает какой-то Бродвей, фонарики горят, людей много, просто душевность душевная. Хип-хип! Ура! Хип-хип! Ура! Хип-хип! Ура! 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 Давай, держим подсчет! Итак, вопросы простые, мы должны смотреть, и только они выстраиваются правильно, мы аплодисментами подтверждаем ответ. Итак, девчонки, внимание, очень простое, запомнили, у вас две буквы у каждого на спине и на переде. Итак, его косят на зиму. Что это? Его косят на зиму. Раз, два, два с половиной, ёперный балет, два, епуна мать, ну. Его косят на зиму. Это сено. Есть три. Засчитали. Поехали дальше. Слушайте, я не ожидал. Внимание. Книга ремарка. Триумфальная. Поехали, время. Рідна мати моя, ти ночей не доспала. Все разом. Дайте собі, будь ласка. Ви справжні зірки. Дякую, що можемо стояти тут і співати для вас. Дякую!
Добрый ранок, Украина, пропитайся вже мала. Я несу обидина, чашку кави молока. Добрый ранок, Украина, все ще є твоє життя. Пропитайся, Украина, час ставати. Мы на фесте «Дорога на Сичи», и у нас здесь... Ашот Арушанов! Вот, блин, ты вспомнил, как тебя зовут все-таки, да? Скоро все-таки будет Тараска. Скажи нам, что там будет, и пригласи людей, наверное, когда это все будет. У меня только два слова для вас. Тарас, ці бути. Коли? 20-23 серпня. Турбаза «Світанок» під Черкасами. Буде багато всього цікавого, в тому числі групи «Моторола», «Камтугеза», «Ляпіс Трубецької», «Брати Гадюкіни», «Діджей Топольський». І все це буде, ну, коротше, всіх ради бачити, всіх запрошую. Все буде на Дніпрі, на базі «Світанок». Дорога на Сич, город Черкасы. Коротко скажу, тысячи байкеров, великолепные группы, просто качественный звук хочу отметить. Я рекомендую сюда обязательно, обязательно всем приехать, потому что это, как я считаю, это мотофестиваль номер один в Украине. Итак, если вам было полезно и понравилось это видео, подписывайтесь на канал Мотолайф, ставьте лайк, бейте в колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А следующий наш мотослет будет в Кропивницком. Поэтому собирайте свои манатки, садимся на мотоциклы и едем в Кропивницкий. Пока! До встречи на дорогах! Всегда беспечный огня.